Какой прогноз у нас сегодня, милый? С чем ты опять проснулся не в ладу? Скажи мне просто, Господи, помилуй, какую блажь имеешь ты в виду? Главней всего погода в доме, а все другое суета. Есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Всем привет и здравствуйте! Добрый день, мои дорогие и самые лучшие подписчики, друзья и просто гости моего канала. Спасибо, что заглянули ко мне в гости на мой канал. Очень рада приветствовать вас в новом влоге. Сегодня я подготовила для вас видео с небольшой мотивацией. Все мы знаем, девочки, мальчики, что трудолюбивые люди заслуживают уважения. Поэтому мотивирую вас на помывку потолка. Но мотивация сегодня к тому, чтобы наконец-то сделать те дела, которые вы по тем или иным причинам откладывали, мои пчелки, на потом. В свою очередь я, наверное, хочу показать небольшие видеофрагменты, где я тоже, как и вы сейчас видите, нашла самое главное – это силы. Второе – это время. Ну и наконец-то довести все-таки до конца свои начинания, а это помывка потолка. Как вы видели в предыдущем ролике, я наводила чистоту и порядок в туалетной комнате. Поэтому мне бы очень хотелось сделать все мои отложенные дела, а точнее закончить с помывкой потолка. Потолок, конечно, не грязный, так как мы в эту квартиру заехали несколько месяцев назад, и потолки я тщательно мыла. Потолки, конечно, были в не очень приличном, так скажем, виде, состоянии. Где-то с углов были засаленные. В этом мне помогал муж. Он смачивал мне тряпочки, подавал мне моющие средства, а я тем временем мыла потолки. Но после последнего видеоролика, где я наводила генеральную уборку в туалете, мне очень хочется довести потолки до ума, еще раз промыть потолки на чистовую. Ну и, наверное, моя работа по помывке потолков завершена. Потолки я мою по сезону, это осень и весна. Но затем потолки будут нуждаться только в небольшой влажной уборке. Ну а сегодня мы затронули такую тему — неотложные дела. Все мы знаем, что работы у нас с вами предостаточно. Ну и, наверное, первое и самое главное мое отложенное дело, до которого, честно вам сказать, я не могла найти ни сил, ни времени. Ну и, конечно же, упиралось все в финансы. Ну и скажу вам честно, и все вы прекрасно знаете, что финансы в нашей жизни играют тоже немаленькую роль. Поэтому, наверное, первое и самое главное дело, которое я не завершила, это стоматолог. Наконец-то это свершилось, и я выделила некую сумму денег, и за месяц я, девочки, мальчики, все-таки подлатала, залечила свои зубы. Очень-очень долго я откладывала стоматолога на потом, на завтра, по тем либо по иным причинам. Но тут собралась, муж сказал: давай, пока лето, занимайся зубами. В общем, зубки мои сейчас белоснежные, здоровые.
и привлекательное. Не суди, и сам судим не будешь, ведь в моих роликах нет ничего плохого и зазорного. Пусть он будет небольшой, но это тоже заработок.
Все мы знаем, что чистота в доме начинается с предверного коврика, поэтому, мои дорогие девчонки, мальчишки, оставляю вам артикул вот на такой универсальный коврик, размеры 100 на 100, сама пользуюсь и вам его советую.
Эту часть видео я снимала день выходного дня, поэтому по плану у меня сегодня смена постельного белья. Затем искупаю Артема, и мы будем укладываться на сон. Ну а пока я меняю постельное белье, хочу ответить на один комментарий. Вот лично для меня он показался, конечно же, очень-очень странный. Все мы люди разные, все мы люди со своими странностями. Так вот, одна из подписчиц мне написала буквально в одном из роликов: зачем я показываю смену своего белья? Для чего я показываю места, где мы спим? Ну и также от этой же подписчицы был такой комментарий: зачем я показываю помывку своего унитаза? Но я отвечу, не стесняясь. Это жизнь, и мы все с вами так живем. В чем моя вина и почему я должна стыдиться? Вас я прощаю, но скажу. Я горжусь тем, что у меня есть семья. Я скажу Богу спасибо за то, что мы все живы, здоровы. Скажу спасибо, что есть крыша над головой. Небольшой, но заработок. Ну и по завершению видео мне пришла моя долгожданная посылка. Мои зеленые растюхи. Многие также меня осуждают на YouTube-канале, что я сошла с ума, куда же столько растений. Знаете, кто-то рожает много детей, кто-то ухаживает за кошками, кто-то за собаками, а кто-то просто любит огород. Я люблю цветы, я люблю их разводить и видеть эту красоту. Поэтому в следующем ролике я вам обязательно покажу своих новых питомцев зеленых. Кратенько вам о них расскажу. Ну и возможно в следующем видеоролике я вам покажу, какие стали у меня на сегодняшний день растюхи, как они подросли и как радуют глаз. Но на этом я по традиции, как люблю сказать, всех люблю, всем пока-пока.